Проблемы возникают не только в городе Воронеж. Я знаю, что и в Борисоглебске есть аналогичные проблемы, еще в ряде населенных пунктов. С управляющими компаниями зачастую везде ситуация не очень хорошая. Есть, безусловно, добросовестные управляющие компании. И в нашей идеологии нет никакой цели с ними конкурировать, поскольку это не профильный все-таки для муниципалитета род деятельности. Но приходить к ситуации, когда часть домов может оказаться, простите, вообще без управления, так называемые брошенные дома, мы тоже себе такого позволить не можем, как бы. Мы должны будем понимать, каким образом мы сможем подхватить, грубо говоря, эти дома и не дать людям почувствовать, что ими никто не занимается. Вот на этом этапе пока так.